Всех приветствую! Нашествие муравьев на огородном и садовом участке – частая проблема. Муравьи строят зачастую свои муравейники прямо в посадках. Они разводят, переносят с ветки на ветку тлю, которая является очень опасной для наших культур. В этом видео я расскажу, как избавиться от муравьев при помощи одного аптечного средства. Данное средство помогает не только от муравьев, но также от тли, паутинных клещей, трипсов, луковой и морковной мухи и других вредителей. Средство называется березовый дёготь. Березовый дёготь можно приобрести в аптеке в пузырьках. 20 мл дёгтя разведите в 5 литрах воды и полейте муравейник, а также опрыскайте тропы, где ходят муравьи и их места скопления. Если муравейник находится в земле, немного его раскопайте и полейте. Муравьи не переносят резкого запаха дёгтя и будут вынуждены уйти. Вместо дёгтя можно использовать дегтярное мыло. 50 грамм жидкого или твердого дегтярного мыла разведите в 5 литрах воды и полейте муравейник. Этим же раствором можно опрыскивать садовые культуры от ли, трипсов и паутинных клещей. Также этим средством можно обрабатывать плодовые культуры от плодожорки и других гусениц. Но обратите внимание, что дёготь имеет сильный стойкий запах. И на посадках, которые вы употребляете непосредственно в пищу, например, различную зелень или лук, лучше этим средством не обрабатывать. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также подписывайтесь на канал на Яндекс.Дзене, ссылку вы найдете в конце этого видео или в описании.